Хо-хо-хо, ребят, всем привет, с вами Дава Клаус. И сегодня у нас хорошая новость. Стартует крутой конкурс, наверное, один из самых больших, который когда-либо я проводил, да? Поэтому для меня это очень важно, чтобы все прошло идеально, и, конечно же, мои подписчики остались довольны своими призами, да? Поэтому мы подобрали вот такое вот количество подарков, которые вы видите на заднем фоне. Но я раскрою маленький секрет. Это еще не все. Есть призы, которые до нас не успели доехать. А в чем же будет заключаться конкурс и в честь чего такая щедрость, да, скажу я вам? Вы, наверное, задаете такой вопрос. Все очень просто. Впереди нас ждет 2020 год. Это необычная дата, это 2020, да? Поэтому это очень круто. И, конечно же, хотелось бы заранее всех поздравить с наступающим Новым годом. И я надеюсь, следующий год для вас будет максимально продуктивным и крутым. Ну и, наверное, 2019 для вас был самым идеальным годом. И впереди нас должно ждать только лучшее. Поэтому принимайте мои поздравления заранее. Всех люблю, всех целую. Обязательно подпишитесь на мой канал, мне будет очень приятно. И это будет тот самый подарок от вас, лично для меня, которому я буду безумно рад. Так что, погнали смотреть наши подарки. Ну, наверное, начнем с того, а именно с тех, кто не успел до меня доехать. Потому что предновогодние праздники, и все работают очень медленно, и все уже ждут, когда же будет этот Новый год, и мы сможем все дружненько набухаться. Поэтому, соответственно, продуктивность многих транспортных компаний падает, и свои подарочки, и свои посылочки невозможно дождаться, да? Давайте, собственно, поговорим о тех, кого у нас нет. Один из подарков нам предоставила всеми известная и уже любимая компания CVP Design, которая делает достаточно крутые мундштуки с ювелирной такой обработкой. И, конечно же, из акрила, да, очень круто, очень удобно, очень здорово. Поэтому компания CVP Design подготовила для вас эксклюзивный мундштук в честь Нового года 2020. И один из победителей получит такой мундштук. Также компания «Кокос» – это угольная компания, которая сказала, что в 2020 году как минимум 3 человека будут очень долгое время курить на углях наших. И никогда не думать об этом в ближайшее время, что у них дома закончится уголь. Поэтому компания «Кокос» предоставила нам целых 3 комплекта, и 3 победителя получат хороший запас угля «Кокос». Да? Также компания «Дафт», которая не успела до нас доехать, дарит крутой бокс победителю, который выиграет в моем розыгрыше. Ты никогда не будешь думать, что какой-то из вкусов табака «Улын» и «Дафта» ты не попробовал, потому что все вкусы будут у тебя. Да? А теперь давайте возвращаться к тем ребятам, которые до нас все-таки доехали, прошли через тернии, длинные дороги, влажную погоду и все остальное, да, и оказались здесь со мной в этой студии, и я готов показать это вам. Собственно, давайте потихонечку разбираться, и я думаю, давайте мы начнем с аксессуаров и закончим табачными продуктами, да. Крутой бренд из Санкт-Петербурга, о котором еще никто не знает, начинает восходить потихонечку мелкими шагами в производстве аксессуаров для кальянщиков, для тех кальянщиков, для которых эстетика самое главное. Вот в таком вот деревянном красивом боксе один из победителей получит подарок от компании It's OK. А что же в этом ящичке вы скажете, да? Я вам раскрою секрет. Я вам раскрою секрет. И кто получит этот подарок, будет безмерно рад, потому что его профессиональный скилл должен вырасти, и эстетика тоже. Потому что если бы ко мне в заведении подошел парень, кальянщик, с вот такой вот кобурой на поясе, да, и сказал бы: здравствуйте, что вы будете курить? Я бы сказал бы: мать твою, Джонни, ты, блядь, профессионал, что ли? Это кобура для щипцов и еще для мелких аксессуаров, выполнена из настоящей кожи, подчеркнет то, что вы реальный профессионал и фанат своего дела. Так что один из победителей получит у нас вот такой вот презентик от компании It's OK. Идем дальше. Кто же следующий? Конечно же, всеми любимые, всеми желающие, да, то есть кто хочет, вот признайтесь, кто не хочет получить крутой подарок от компании Werkbund, а это именно
те самые щипцы в кобуре. Но это еще не все. Компания Вергмунд сказала: так, подожди, щипцы в кобуре окей, но как же чувак будет забивать? Как он будет забивать чашку? Поэтому в комплекте есть еще и кованая вилочка. Потом такой вопрос: слушай, компания Вервун говорит, а если он захочет покурить на фольге, то как он будет делать дырочки? Поэтому в комплекте есть шило. Вот такой вот максимальный комплект от компании Вергмунд ты можешь выиграть, участвуя в моем конкурсе. Это достаточно-таки крутой приз. Идем дальше. Компания Углерод. Это те самые ребята, которые фанатеют по карбону и крутым тачкам. И титану. Предоставили модель Stick на розыгрыш. И сказали: мы хотим, чтобы победитель почувствовал у себя в руках, как должен выглядеть настоящий карбон в паре с хорошим качественным титаном. Поэтому компания Углерод дарит тебе вот такой вот мундштучок. И один из победителей получит вот такой вот крутой презентик, с которого, мне кажется, он будет курить и радоваться, да? Идем дальше и вернемся, наверное, опять же к Вергмунду, которые предоставили еще целым двум победителям по одной из своих чашечек, да? Давайте посмотрим на нашу первую чашечку. Это очень крутой экземпляр чашки. Это фаннел, на котором будет куриться круто, очень крепкие табаки. Я думаю, ты будешь рад получить в подарок от компании Вергмунд вот такую вот чашечку. Также второй победитель получит не менее крутую чашку, которую бы я сам лично бы курил каждый день. Такая вот классическая пятидырая чашка, которая должна тебя радовать с очень крутым номером 1866. И именно эта чашечка отправится к нашему следующему победителю, который выиграет в этом конкурсе. Ну что, это еще не все, ребят. Продолжаем дальше знакомиться с аксессуарами. Да, это компания Колос, которая сделала максимально щедрый подарок. Я им спросил: ребята, вы такие щедрые? На что они мне сказали: да, мы хотим, чтобы как можно больше народа получило наши чашки. Поэтому они любезно, с радостью предоставили три вида чашек в размере 5 комплектов 5 разным победителям. То есть каждый из победителей получит по 3 чашки. Давайте посмотрим, что это за чашечки и как они примерно выглядят. Первая чашка достаточно футуристичная, и те, кто боятся большое количество отверстий, явно будут ее пугаться. Вот такая вот нестандартная чашка с огромным количеством отверстий. Я не знаю, что на ней надо покурить, но я думаю, курение на ней будет очень интересное. Вторая чашечка в комплекте, которая идет, это уже более классическая чашка с 5 дырочками и с плоским отверстием, но с очень необычной формой и с необычной расцветочкой. Собственно, вот так вот, вот такими вот чашечками будет любоваться тот, кто выиграет один из 5 комплектов чашек Колос. Ну и третья наша чашечка, она, собственно, тоже интересная, но более классическая. Это вот такой вот фаннел, который будет радовать вас, когда вы будете курить свой танжик. Ну что, потихонечку приближаемся уже к более интересным вещам, более дорогим. Это кальяны. И здесь у нас их целых 5 штук. 5 разных компаний сказали: Дава, мы готовы подарить наши кальяны твоим победителям. Те, кто будут участвовать в твоем конкурсе. И, конечно же, поздравить их с 2020 годом. Это у нас механика Smoke. Любезненько предоставляет свой кальян в полном комплекте. И свою самую популярную модель с шестереночками. Вот такой вот подарочек получит один из победителей, тот, кто выиграет кальян Механика Смок. Скажу так, это очень крутые и дешевые кальяны. Но поверь, курение на нем ничем не отличается даже от курения самого дорогого и самого идеального кальяна. Так что Механика Смок — это идеальный твой бро, который должен всегда находиться у тебя дома, и он будет доступен тебе 24 часа, потому что он станет именно твоим. Еще один не менее интересный, необычный и футуристичный, ну и, конечно же, новенький на рынке, это компания Корос со своим кальяном, у которого есть необычная особенность, а это именно регулирование диффузора, не разбирая кальян. Поэтому один из счастливчиков моего конкурса получит вот такой вот кальян в черной расцветке в полном комплекте. Да?
Всего лишь нужно поучаствовать, и этот кальян Корос может стать твоим. Не делай ничего, просто выполни самые обычные базовые условия, и ты можешь стать тем самым счастливчиком, который выиграет вот это вот все. Ну и как же, ребят, без краснодарской компании под названием Dream Smoke Hookah, или же всеми известные кальяны DCH. В этот раз они предоставили нам крутой кальян, новую модель Nice Black. И выглядит она очень футуристично, очень круто и при этом очень строго и сдержанно. Один из победителей получит тоже полнейший комплект этого кальяна. И я думаю, этот кальян будет его безумно радовать каждый раз, когда он будет на нем курить, да? Поэтому компания Dream Smoke Hookah, вам большое спасибо, и мы вас тоже поздравляем с Новым годом. Ну и как же конкурс без кальянов Noob Unique, конечно же. Каждый хочет домой себе кальян Noob Unique, поэтому они сегодня предоставляют нам кальян Junior. Это очень такой маленький, средненький кальян, который, возможно, будет удобно брать себе. Но и самое главное, этот кальян отличается от всех своей надежностью и, конечно же, качеством исполнения каждой детали. Поэтому ты можешь стать победителем и владельцем такого маленького интересного кальяна, как Noob Unique с моделью Junior. Идем дальше. Как мы потихонечку замечаем, у нас здесь все остается меньше и меньше подарочков, но это ничто не меняет, потому что они никуда не убегают, и скоро они станут с вашими. Компания MacLeod Shisha. А самый топовый, необычный кальяны на рынке в 2019 году. И поэтому компания MacLeod тоже любезно согласилась предоставить подарки для моих подписчиков. Модель Zen, череп, змеиный череп, да? Вот такой вот комплект тоже полностью. Вот такой вот полный комплект, в котором есть такая вот необычная вставочка. И честно говоря, я даже не готов отдавать вам эту вставочку. Я ее хочу забрать себе, а вам подсунуть какую-нибудь другую, да? Выглядит эта вставочка вот так. Это череп, в котором ползает и удобно расположилась змеечка, да? Вот такой вот приз очень крутой, и я думаю, кто его выиграет, будет его ценить. И, конечно же, скажет огромное спасибо, в частности, это я говорю, огромное спасибо компании MacLeod, то, что предоставила такой крутой приз. Идем далее. Компания MacLeod тоже решила немного расщедриться и сказала: слушай, раз мы разыгрываем кальян, давай еще и разыграем наш новогодний бокс. Здесь 9 брендов, 9 подарочков внутри одного подарочка. И вот такой вот боксик получит один из победителей. Да, это MacLeod Merry Christmas Box. Поэтому можешь тоже его выиграть. А что внутри этого бокса? Ты можешь посмотреть у меня на канале. Буквально 2 выпуска назад мы полностью делали анбоксинг этого продукта. И скажу вам так, довольно-таки интересно. И кто его выиграет, будет очень рад такому большому количеству подарков внутри одного подарка. Компания 12 Tobacco. Это ребята, которые стрельнули в конце 2019 года и готовы развиваться дальше и покорять российский рынок, выходя на более крутой уровень. Дарят целых 2 таких бокса, поэтому целых 2 счастливчика получат 5 топовых вкусов и очень крутой мундштук от компании 12. Так что обязательно участвуй, потому что подарочки у нас здесь довольно-таки крутые, да? Целых 2 бокса. Ну и, конечно же, последним у нас закрывает бестабачная смесь Элеон, родом из Санкт-Петербурга, которая с любезностью предоставила нам целых 3 комплекта 3 разным победителям по 10 пачек самых лучших вкусов Элеона. Так что, все, что тебе остается, просто участвовать в этом конкурсе, а все остальное придет само, да? Самые удачливые люди получат эти подарочки. А вы, наверное, спрашиваете: да, все с подарками понятно. Вы наверное, спрашиваете: да, с призами все понятно, а как же их теперь выиграть? Что нужно, чтобы выиграть эти крутые призы? Я вам сейчас попробую детально все объяснить, что нужно сделать. Первым делом нужно поставить лайк этому видео и, конечно же, подписаться на мой канал на YouTube. Далее мы плавненько переходим ко мне в Instagram аккаунт Дава Дым, да, Дава Смок. Там у меня есть 18 подписок, возможно, их будет больше, либо меньше. Вы подписываетесь абсолютно на все эти подписки,
ставите как можно больше лайков этим аккаунтам. И есть самый главный пост, который будет находиться у меня на странице. Вот там нужно будет отметить двух своих друзей, поставить лайк и, конечно же, сделать репост к себе в историю с текстом «Я участвую» и отметить аккаунт «Дава Дым». Более подробные условия будут написаны вот здесь в описании и, конечно же, под постом в Инстаграме. Ничего больше не надо делать, вам остается после этого только ждать. Из-за каких-то 16 легких действий ты можешь получить очень крутые подарки, потому что каждый из этих подарков я считаю максимально крутым. И если я был бы на твоем месте, я бы сказал бы, да мне похуй, я участвую. Хоть пускай я выиграю просто пустую коробку, но я ее выиграю, да? И теперь всех с 2020 годом, который вот-вот уже наступит, я желаю, наверное, вам все-таки успехов в 2020 году. Не просрите свой момент. Поэтому вот такие вот легкие условия, да, и ты получишь крутые призы. Ну, а я, наверное, потихонечку заканчиваю. Дава Клаус должен уже сваливать. И поэтому я вам еще раз желаю и поздравляю вас с наступающим 2020 годом, чтобы у вас было в нем все хорошо, все были здоровы и, главное, все были любимы. Поэтому это Дава Клаус и вот такой вот у меня крутой конкурс. Всем пока-пока.